Короче говоря, пока дома никого нет, готовлю на Аниной кухне антикоронавирусный мегавитаминный луковый салат по-корейски. Надеюсь, салат получится вкусным, и я буду прощен. Почистил лук, сейчас его порежу и замариную. Лук я немножко разбираю руками. Жопки выкидываю. Они жесткие. Добавляю сюда столовую ложку сахара и горячей, но не кипящей воды. Не кипящий, потому что лук сварится. Примерно чайную ложку 70% уксуса. И оставляю все это на час, на два, в общем, до ужина. Ну, мне прилетел заказ. Сейчас поеду в поселок Управленческий. Поснимаю, возможно, там для вас. Поселок Управленческий, друзья. Это, как я понимаю, дом культуры. В общем, ничего об этом поселке не знаю. Кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях, друзья. Вижу, что тут дома в основном 4-5-этажки. Но там вот вдалеке виднеется и многоэтажки. Наверное, это центр. И сразу же прилетел заказ обратно в Кошелев. Это радует, друзья. Листья на деревьях уже совсем опали. А? Листья на деревьях уже совсем опали. Зима уже. Прям в этом году очень быстро, да? Было тепло, тепло, и вдруг бах, все опало. У нас в Краснодаре я неделю назад еще в тапочках ходил, в майке. Прошел где-то час, лук замариновался. Сейчас я эту воду сливаю. Но надо мариновать не менее 20 минут. Лучше час-полтора. Сейчас я добавляю столовую ложку растительного масла, соль, перец по вкусу. Не дай бог не пересолить, а то выговор будет. Яна проголодалась, поэтому разогреваю ей то, что вчера тут Анечка наготовила. Грибы с мясом. Гречка. Ну, я сам еще не обедал, хотя время уже 6 час, только завтракал и тоже с ней покушаю. Ну, да, мясо с грибочками — это, конечно, неожиданный сюрприз от Анны Юрьевны. Все, сейчас будем обедать с Яной Павловной.
Яна! Чуть без тапочек. Хорошо. Приятного аппетита. Спасибо. В общем, всем приятного аппетита. Анечка, пользуясь случаем, хочу тебе сказать спасибо за мясо с грибами. Короче, надо сходить за хлебом и вынести мусор. Хорошо, что все рядышком. Правда, в другую сторону идти. Сначала мусор носить, потом возвращаться к дому и в другую сторону идти за хлебом. Переоделся в зимнюю курточку. Как зимняя для Краснодара. В этой куртке в Краснодаре всю зиму проходил. Ну, вон там хлебушек через дорогу. Пекарня, хлебница. Ну, надо, наверное, зайти девчонкам что-нибудь вкусненького купить. Денег-то заработал. Лютые кошелевские пробки. Вот мужик явно из Краснодара приехал. Фабрика качества. Зайду, посмотрю, что там на фабрике качественного. Арбузы продаю, может, арбуз купить. Арбузы почему? Арбузы 30 рублей. Они не подморожены? Нет, это холодок арбузы. Что? Холодок арбузы. Холодок? Да, это осенние арбузы, хорошие. То есть они до минус 20 где-то, да? И держат? Да. Минус 20 держат и замерзают? Да, нет. А там что, нагреватель какой-то? Да. Батарейки там. Батарейки? Любой, вот, смотри. Пойдет. А кипит можем быть? Конечно. Это 68 будет. Так, это 117. Ага. Блин, сходил за хлебушком. Чуть хлеба не забыл купить. Вот как раз пекарня. Спасибо.
пожалуйста, приходите, следуйте. Не забывайте про вечерние пути. Не помнишь, что? Том. Чё, как рыбка? Хорошая. Я сейчас вспомнила про кота. Белый кот, экскаватор, есть такое видео. А он тоже такой. Я сломала. Ну а на ужин у нас сегодня пицца. Посмотрите, какая красивая. Анна Юрьевна старается, всегда что-то новенькое, чем-то радует. Но недостаток лука в организме я компенсирую вот так. Всем приятного аппетита!